Здравствуйте, меня зовут Инна. Нашему сыну Максиму недавно исполнилось 5. Немножко расскажу нашу историю. До 1,5 лет он развивался замечательно, а в 1,5 года мы попали в больницу с циститом и вышли оттуда совершенно с другим ребенком. У него появилось очень много аутических черт. Он не смотрел в глаза, не показывал на предметы, исчезли все слова, которые на тот момент были, перестал пользоваться горшком, плохо засыпал, ночью просыпался. В общем, подозрение на аутизм. Я не буду рассказывать подробно о всех способах, которыми мы пытались его восстановить. На сегодняшний момент мы имеем диагноз затяжка психоречевого развития с аутическими чертами. Самая главная проблема – мы не разговариваем. Второе – мы пользуемся до сих пор памперсом. Контролирует абсолютно эти процессы, просит одеть, потом сразу же снимает, но памперс. Третье – мы кушаем только перемолотую пищу, ну, за исключением сушек, печенек, булочек, хлеба. Так остальное только в блендере. И ничего нового не приемлем. Не интересуется тем, что мы кушаем. Вот. Ну и, конечно, у нас очень много страхов. Там мы не ездим в лифте, на эскалаторе. Не нравится, когда большая шумная толпа. Обходим ее. Если дети, он играет с детьми на площадке, но если кто-то начинает громко пищать или плакать, закрывает ушки и тянет меня уходить оттуда. И вот до позавчерашнего дня мы еще очень боялись мыть голову и сушить ее феном. А позавчера у нас состоялось знакомство с прекрасным, добрым человеком по имени Давид. И вечером после небольшого сеанса Максим пошел купаться. И это было настоящее чудо, потому что делал он это с огромным удовольствием. Я вымыла голову без единого всхлипывания, не то что там истерика. Мы посушили голову феном. Закончилось все тем, что он прыгал с бортика в воду. Для меня это было просто полным восторгом. Я его начала фотографировать, и он мне позировал. Это еще один шок в хорошем смысле. Так что вот это маленькое чудо с нами случилось после небольшого сеанса с Давидом. Спасибо вам огромное. Спасибо за нашу радость, за то, что мы стали спокойнее с мужем. У нас есть надежда на то, что мы увидим нашего мальчика абсолютно здоровым. Спасибо большое. А для всех остальных спасибо за внимание. Мы будем выкладывать еще отчеты.